В ульяновских колледжах начались выпускные экзамены. С 1 июля студенты, будущие специалисты сферы ЖКХ, будут показывать свои знания по-новому. А точнее, по стандартам World Skills. На экзамене студент должен грамотно применить все имеющиеся инструменты и материалы, чтобы, например, правильно и красиво установить унитаз. Площадку для проведения экзамена сегодня презентовали студентам и экзаменационной комиссии. Эта площадка появилась по инициативе Сергея Ивановича Морозова, когда он впервые был у нас здесь, и когда мы открывали начало подготовки специалистов для сферы ЖКХ. Данная площадка имеет сертификат, то есть она аккредитована Союзом World Skills. Площадка такого уровня в регионе пока одна, поэтому экзамен на ней будут сдавать не только ульяновцы, но и студенты из других муниципалитетов. Первыми до экзамена дошли 22 индинских студента. Место экзамена, которое, к слову сказать, будет длиться 6 часов, выпускникам понравилось. Кстати, значение имеет даже цвет стен. Экзаменуемый при выполнении задания не должен испачкать снежно-белые стены. Красота, качество, прочность – девиз экзамена. Оборудование все видел, да, так ничего страшного для меня нет. Я, в принципе, готов приступить к экзамену, если что. И думаю, надеюсь, на то, что я сдам, все будет хорошо. Как шутят студенты и преподаватели, сантехнику нельзя наладить в онлайн-режиме, поэтому и экзамен будет очным. Однако меры безопасности будут выполняться. Дезинфекция и уборка каждые 2 часа, средства индивидуальной защиты каждому и ограниченное количество людей в помещении. Принимать экзамен будут строгие экзаменаторы, специалисты в сфере ЖКХ. Они и студенты незнакомые, даже не будут общаться. За проведением экзамена будут следить видеокамеры, а оценку эксперт выставит только тогда, когда проверит по уровню каждую трубу и герметичность каждого соединения. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.